Полное описание и точные даты выхода 3 и 4 серии нового сериала «Военная полиция». 3 и 4 серии сериала выйдут на НТВ 30 мая. В новых сериях мы увидим, как, получив повышение и возглавив новый отдел, майор Рощин приступает к поискам шпиона в высшем эшелоне руководства. Он получает срочное задание – расследовать кражу секретной военной разработки композита из лаборатории в Северо-Балтийске. Прибыв на место, Рощин узнает, что пятым членом их команды стала уволившаяся из ФСБ Старостина. Команде предстоит не только найти пропавший композит, но и расследовать исчезновение с научно-исследовательского судна «Искатель» капитана-лейтенанта Светланы Манниковой. Рощин и его группа выходят на след городского маньяка, который убивает девушек и вставляет им в рот янтарь. К сожалению, группа обнаруживает Манникову уже мертвой. А следующей девушкой, на которую нападает маньяк, оказывается Старостина. Третья и четвертая серии сериала выйдут в эфир 30 мая. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.